Сегодня очень важный день для нашей семьи. Мой приемный сын получает паспорт гражданина Российской Федерации. Филиппу только 16, но за свою жизнь он уже жил в бомбоубежищах и знает, что такое бомбежки и обстрелы. Когда мальчик приехал из Мариуполя в семью Марии, у него не было ни одного документа. В одной из своих поездок я нашла его паспорт украинский, территории Донецка, привезла. Это был единственный документ, который был у Филиппа спустя уже там некоторое время. Правительство Московской области посодействовало в получении документов в максимально короткие сроки. Невероятный восторг. Я наконец-то получил паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, что я получил гражданство, я теперь полноправно являюсь гражданином России. И это очень знаковое для меня событие. У Филиппа большие планы на будущее. И новый документ, несомненно, открывает для него все двери в новую жизнь. Я в данный момент учусь на юриста, на управление судебного администратирования в колледже в Российском государственном университете правосудия. И собираюсь выучиться и пойти работать в судебную систему. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».